Началось все с мастер-классов. Было прохладно, сыро и дождливо, но участники акции согревались делом. Фестиваль благотворительный посвящен году экологии, и его участником мог стать любой посетитель парка. Мы разукрашиваем рыбку из массы для лепки. Масса для лепки, оно как бы из муки и водички состоит. И детки разукрашивают по образцу, ну, насколько хватит фантазии. Первым послом доброй воли этого движения стал Ник Вуйчич, выступивший в Сочи с открытым экологическим уроком. В фестивале идею создания международного движения поддержали многие видные деятели России, ведущие активную благотворительную и социальную работу. Здравствуйте! Пожалуйста, озеленим нашу планету все вместе. Бесплатно сочинцы могли получить семена цветов, чтобы наш зеленый город стал еще более цветущим. Всего в дни проведения фестиваля в Сочи будут высажены семена растений, предоставленных Московским международным фестивалем ландшафтного искусства «Сады и люди». Сегодня запланировано, кроме мастер-классов, еще и посадка эвкалиптов, прием детей 40 человек в «Зеленые пионеры» Всероссийской организации «Зеленые России». Также эти деревья мы сажаем в честь погибших воинов, ветеранов сочинцев. Также каждая школа получит саженец дерева и семена цветов, а еще книгу «Азбука природолюбия». Это увлекательное пособие для учеников младших классов, позволяющих детям в легкой форме познавать окружающий мир и с малых лет беречь природу. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.